Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Это седьмой урок. Мы продолжаем с вами создавать лендинг на замечательном расширении Gridbox для Joomla. Итак, если мы посмотрим в демо-пример, у нас после слайдера идет вот такая информация, да? Добро пожаловать в ресторан. И здесь у нас есть контент, который делится на три колонки, да? И перед этим у нас есть какой-то текст с иконкой. Давайте попробуем реализовать такой блок. В режиме редактирования сайта мы нажимаем Nav Section и переходим вот сюда. Смотрим, что нам здесь может понадобиться. А нам здесь понадобится, наверное, вот этот вот вариант, где у нас тут показаны три элемента, да, сразу, то есть уже готовый фреймворк, где мы заменим на свое. То есть, если посмотрим здесь, у нас тут, три чашки, текст и кнопка. Конечно, это можно соорудить все вручную, но это для ускорения работы. Но вначале нам нужно повесить какую-то иконку и текст. Возможно, именно иконку такую уникальную с едой. Наверное, такой иконки не будет. Ну, ее, в принципе, если на фотошопе сделаете, легко будет добавить. Просто здесь в Gridbox есть уже ряд шрифтовых иконок. Ну, первое, что я думаю, это, наверное, мы выбираем одну колонку здесь. Нажимаем плюс, и у нас иконки, да, первая у нас иконочка идет. Я нажимаю Upload Plugins, и вот есть такая здесь кнопочка Plugin Icon. Выбираю, авторизуюсь на сайте разработчика, Submit, и плагин добавлен. Нажимаю иконку, и у нас всплывает вот такой список иконок. Ну, опять же, здесь про еду, иконку, я не знаю, можно ли такое что-то найти. Я попробую сейчас визуально поискать. Есть вот, например, чашка. Вот, кстати, отличная иконка нашлась. Смотрите, ложка и ножик. Я выбираю ее. Так, если у вас, смотрите, с первого раза иконка не добавляется, то есть, смотрите, видно, что я ее добавил, да? Давайте я вам покажу. У меня иконка не добавлялась. Вот если я выбираю... Тут, чтобы добавить иконку, нужно просто левой кнопкой мыши кликнуть по иконке. Если сразу не добавляется, нажимаете Close. Мы же добавили секцию, да? Нажимаем вот здесь вот галочку Save, сохраняем. И вновь пытаемся добавить иконку. Тогда иконочка добавляется без проблем. Вот она здесь, вы ее видите. Так, с цветами мы позже поработаем. Дальше у нас идет текстовый блок. Мы нажимаем плюс и выбираем плагин текст. Так, и у нас текст добавился. Так, я сразу беру, например, заголовок. Отсюда прям, да, с тестового сайта. Смотрите, наводим на текст мышку, и над ним появляется карандашик. Это мы будем сейчас редактировать именно текст. Кликаю. Здесь у нас текстовый текст. Мы выделяем, удаляем, пишем что-то свое. И, смотрите, заголовок H1 выбираем. Почему H1? На сайте... должен быть заголовок H1 обязательно. Пример, можно взять какую-то книгу. Вы открываете книгу, и наверху на страничке идет крупными буквами заголовок там, этого текста, статьи, там, я не знаю, что там может быть за книга, да, любая книга. Потом идет, например, подзаголовок, это будет H2, и текст ниже находится и меньшего размера. И потом идет параграф, то есть просто текст идет, да, более мелкого уже шрифта. То есть это H1, это для поисковых машин. Роботы должны видеть поисковые, что у вас есть заголовок, у вас все по-человечески, H1. И заголовок этот должен быть вверху сайта всегда в основном. Вверху сайта, не внизу нигде. И на странице, на одной странице не допускается несколько заголовков H1, потому что это один главный заголовок. Если их будет несколько, роботы поисковые могут путаться и плохо ранжировать в интернете вашу страницу. Запомните это. Ну, а заголовки H2, они всегда меньшего размера буковки, да? То есть не должно быть тоже такого. H1 одного размера, а H2 заголовок, например, большего размера, намного больше, чем H1. H1, он самый большой должен быть заголовок. Ну, и H2 заголовок на странице сколько угодно. То есть не подряд, конечно, так клепать, а, например, под заголовок, потом идет какой-то текст, параграф, потом еще подзаголовок, все по смыслу, да? Как бы вот сделал заголовок H1, вот сделали, сразу видно, буквы стали жирными. Если нужно назначить цвет, здесь в редакторе, в принципе, все можно сделать, да? Нажимаем Apple. У нас заголовок добавился. И по поводу
шрифтов. Помните, я вам говорил, да, по поводу заголовков H1, H2. Сейчас у нас шрифт не назначен, наш с вами шрифт. В принципе, можно сразу это сделать. Мы с вами идем вот сюда, в настройки, body, параграф, точнее типография. И вот он, H1. Выбираем для него наш шрифт, который мы ранее добавляли. И вот видите, наш заголовок сменяется, да, нажимаем Save. Также размеры, если надо сделать крупнее, также можно здесь настроить в H1. Так, добро пожаловать в ресторан. Смотрите, черный цвет нежелательно использовать вообще на сайтах, поэтому лучше делать немножко серым, если вам нужен темный цвет. Я выделяю наш текст и иду в палитру. Беру просто серый цвет, окей. Apple. То же самое для иконки. Если она у нас темная, то вот color. Сейчас мы рассмотрим как раз, да, настройки иконочки. Во-первых, разместить можно лево, право, центр. Select icon, заменить иконку, если это нужно. Цвет иконки, ну я помню, это у нас 6 строек. Это код цвета, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Hover color, даже при наведении можно изменить ей цвет. Но это прикольно. Сделаем просто светлее при наведении, чтобы немножко менял цвет. Дальше, какие есть настройки еще у иконочки? Значит, font size. Ну, я не думаю, что больше надо ее делать размером. Смотрите, вот эта опция, если мы зажимаем галочку, то наша иконочка будет беспорядочно вращаться, зациклена, если это где-то нужно. На иконку можно повесить ссылку вот здесь вот ниже. И ниже сразу же, как открыть эту ссылку? Nav window. В новом окне, нижний вариант в этом же окне. И background color, то есть заливка под иконкой, можно также назначить цвет, смотрите, вот таким образом. И также border, то есть эта рамочка, можно также вокруг сделать. Вообще замечательное расширение. Радиус, скругленные углы, но это если у нас здесь есть рамка. Можно задать скругленные углы, вообще сделать круглую ее. Паддинг, ну и это у нас отступы. Дальше здесь есть margin настройки. Это у нас тоже отступы от верха и от низа, да. И Custom CSS, также опции имеются. Нажимаем Save. Давайте посмотрим на сайте. То есть вот таким образом. Далее я копирую текст. Он тут, конечно, перевод на русский не очень, но это сейчас не критично. Сейчас просто я как бы копирую, чтобы сайт был наполнен. Вы, конечно же, наполняете свой лендинг сознательным текстом, да? Смотрите, текст дополнительный вы можете добавить также сюда, то есть в наш вот этот текст. Нажимаем карандаш и ниже прописываем текст. Также выбрав цвет ему тройки, да? То есть вот здесь вот берем троечки. Так, пока нажимаем Apple. Вот, и у нас он достаточно мелкий. Так, я попробую выставить его по центру. Он выставляется по центру. И давайте также пройдем в настройки body. Это у нас, скорее всего, параграф. Так, это у нас типография, параграф. Здесь заданы уже настроечки, color. Хотя мы индивидуальный color добавили. Смотрите, какая здесь есть вариация. Чтобы каждый раз в текстовом блоке не менять цвет для текста, а для всего body, для всего текста был один и тот же цвет, вы его задаете вот здесь. И тогда вам не придется каждый раз менять цвет текста. Вот таким образом. И вот он, font size. Сделать как-то побольше, что ли, размером. И межстрочное расстояние также можно здесь увеличивать. Нажимаю Save. Так, посмотрим, что на сайте получается. Ну, может быть, сделать в несколько строк, попробовать через также редактор, да, если вам кажется, что смотрится не очень хорошо. Я воспользуюсь небольшой программой по подбору цвета. Если у вас такой нету, который определяет код цвета, в интернете куча всяких программ бесплатных, можете скачать. Зачем она нужна?
Здесь у нас есть такой тон сзади, заливка, да, вот у этого нашего блока. Я просто хочу получить код этого цвета, чтобы использовать его у себя. Значит, что я делаю? Я захожу в общий контейнер, background, и вот bg color я хочу назначить цвет. То есть в этом поле я могу сразу прописать код, у меня есть уже код, решетка, и ставлю код, и нажимаю enter. И вот вы видите, он как бы закрасился, но у нас сзади, по бокам, сверху есть пространство. Нам нужен этот блок во всю ширину, чтобы он примыкал кверху. Ну, это вы уже должны уметь делать. Давайте сейчас я это проделаю вместе с вами. Нажимаю на карандашик у основного блока. Здесь во всю ширину я просто ставлю. И посмотрим настройки паддинга. Так, нам паддинг здесь не подойдет. Это у нас же внутренний отступ. Нам нужен margin. И на 0 margin top пикселей. Здесь, в принципе, тоже можно на 0. Save. И давайте посмотрим, как у нас смотрится это все дело в браузере. Видно отличительная черта этого цвета. Вот ниже идет блок белый, да? А наш блок такой серенький. И он примыкает к нижней границе нашего слайда. Так, как я и хотел. Нам осталось добавить вот эти вот три блока. С чашкой, да? С этой едой. В принципе, я могу даже вот эти отсюда иконочки скопировать себе. Так, у общего контейнера мы вот здесь нажимаем на 4 квадратика. И давайте добавим 3 колоночки. Вот они ниже добавились. И здесь теперь у первой колоночки мы по плюсу выбираем. Давайте руками это все создадим. А не из фреймворка, да. Ну, то же самое, чашка, стакан, текст какой-то и кнопка. Ну, берем просто images. И сейчас я загружу изображение. Три изображения выбрал и upload нажимаю. Изображения загружены. Первый у нас там идет чашка, да? Выбираю чашку. Apple. Так, у нас чашка вставилась. Заходим в настройки. Image опции, да? Сразу можно сделать поменьше размера, если это нужно. По центру. Alt image. Обязательно пропишите этот тег внутренний. Его на сайте не будет видно. Для поисковых машин он нужен. Что-то можете записать. Enable Lightbox. Если ставим галочку, это у нас включает Lightbox. То есть у нас вот такая будет штука при наведении. Если хотите, включайте. Я Lightbox включать не буду. Если Lightbox включаем, здесь можно сразу выбрать, какой цвет для затемнения фона выбрать. Я Lightbox отключаю. Также на изображении можно повесить ссылку при условии, что Lightbox отключен. И где открыть ссылку? Hover эффект. Это небольшой, вот сейчас вы видите эффект при наведении на изображение. Картинка всплывает. Эффект не нужен, галочку снимаем, тогда изображение не будет увеличиваться. Дальше border можно сделать. Border radius. Но эта картинка должна иметь фон, чтобы мы видели. То есть, по сути, мы можем загрузить квадратную картинку и тут же ее прямо здесь сделать круглую. И не придется возиться в фотошопе. Border color, цвет рамки, и border толщина ниже можно задать. Margin, ну это отступы, нам пока это не нужно. Все, нажимаем save. Дальше у нас идет текст и кнопочка, да? Давайте проделаем. Нажимаем плюс. Выбираем текст. Текст, конечно же, здесь большой. Я беру отсюда. Значит, у нас есть заголовок и какой-то текст. И начинаем редактировать текст. Удаляем все, что здесь есть. Да, кстати, вот так вставлять нежелательно откуда-то. Чужие стили прописываются. Лучше в блокноте, если вы где-то копируете. Вставить текст тут. Стиль очистится. И только отсюда уже копировать в наш редактор. Заголовок можно сделать жирным. По центру. Наш текст, в принципе, оставить как есть. Да? Давайте посмотрим. Так, у нас вот такая ситуация получается. Сейчас будем редактировать размеры параграфа. Так, давайте сделаем отступ текста от картинки. Заходим в настройки картиночки. Margin. И снизу отступ немножко сделаем. Да, вот такой. Save. Да, текст
делаем тоже, наверное, по центру. Сейчас посмотрим, сначала определимся с размерами. Так, размер текста этого. Во-первых, здесь сделаю буква, значит, с маленькой. Смотрится не очень хорошо, да? Здесь можно прямо здесь увеличить размер. 12. Здесь сделаю, например, 10. Посмотрим. Так, ну это у нас совсем мелкий размер. 26. А здесь сделаю 20. Вот таким образом. Уже так поинтереснее смотрится. Save нажимаю и давайте посмотрим на сайте. Вот уже. Короче, здесь уже смотрите, как вам больше нравится. Делайте жирнее, больше. Я сделал еще покрупнее. И у нас сразу вот мне в глаза бросается отступ от иконки до нижней части слайда, да? Можно это дело немножко, наверное, отступить вот сюда. Вот таким образом. Давайте посмотрим, что на сайте. Сделал небольшой я отступ. И здесь, в принципе, нормально уже смотрится. Теперь смотрите, чтобы нам вот это все не вырисовывать заново, нам еще надо два элемента здесь добавить, да? Да, и кнопочка здесь у нас еще есть, я забыл про нее. Давайте добавим, нажимаем по плюсу у этого контейнера под чашкой и текстом и нажимаем вот здесь вот button. Видно, кнопочка добавилась. Заходим в настройки нашей кнопки. Первое поле link. Меняем, значит, имя кнопки. То есть у нас, грубо говоря, лендинг-магазин, ну я не знаю, можно писать все что угодно. Я напишу заказать. Ссылку повесить можно какую-то, где открыть ссылку. Select icon. Добавить иконочку к кнопке нашей, да? Но я добавлять не буду. Icon позиция выбрать. Это либо слева от текста, либо справа. Icon размер ниже. И следующие настройки давайте style посмотрим. Где кнопку выровнять? Конечно, по центру. Сразу шрифт для текста на кнопке, да? Мы, конечно же, выбираем наш. Значит, BD color. Это цвет нашей кнопки. Вы должны были определиться с палитрой цветов. В принципе, я не подбирал тут палитру. Можно взять какой-нибудь цвет. В принципе, она у нас там прозрачная, да, точнее, она у нас не прозрачная, она у нас имеет тот же цвет, что и задний фон, но она имеет еще и рамочку. Поэтому я беру нашу программочку и беру цвет. Копировать. Захожу в Style и меняю просто здесь цвет. Такого же цвета она у нас теперь. Color – это цвет текста. Тройки стоят текста на кнопке. Font size вот сделать побольше именно шрифта нашего. И убираем вот здесь ниже, чтобы она всегда была заглавная, да? Все буквы заглавные, это не очень хорошо. И еще, наверное, так увеличиваю, что ли. Дальше мы идем border, рамочка. Значит, первое это радиус, скругленные углы у рамки, 2 пикселя, в принципе, оставим. Затемненные углы, здесь можно поставить, например, наши тройки, вот этот серый цвет, да? Но слишком она яркая, наверное, выразительная. Можно теперь здесь вот так вот посветлее немножечко ее сделать, чтобы не сильно она была выразительна. Где-нибудь вот так, наверное, чуть-чуть. И толщина рамочки 1 пиксель, в принципе, оставляем. Hover. Это вот при наведении смотрим, что у нас происходит. Она у нас так затемняется. В принципе, нормально так она затемняется. То есть color – это цвет текста. BD color – это как раз вот при наведении. Здесь мы вставляем, например, тот же цвет. Точнее, мы здесь вставляем также тройки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 троек, но только это слишком темное, да? И уже отсюда отталкиваемся, делаем просто светлее. Еще светлее. Ну, можно вот так оставить. И border color при наведении цвет рамки, на какой менять. В принципе,
Пускай будет также тройки. 6 троек. Дальше паддинг. Отступ, это внутренний отступ кнопки, да? Ну и горизонтальный, наверное, поменьше сделаю, вот так. Margin, можно приподнять ее немножечко и здесь также подубавить по нулям. И save. Смотрим на сайте. И вот таким образом у нас добавляется блок, да? Ну вот при наведении, если хотите рамочку сделать менее такой явной, она слишком темная, наверное. Ну, в принципе, не знаю, можно оставить. И теперь уже нам проще. Когда мы одно настроили, один блок, мы же не будем менять у каждой кнопки разный цвет. Это неправильно. Поэтому мы просто делаем дубликат, и меняем текст, и меняем картинку. И уже два блока добавятся достаточно быстро. Что мы делаем? Так как у нас элементы разделены, если мы скопируем, вот нажмем на эти иконочки, две вот эти вот такие листика, да, у нас скопируется весь контейнер вместе вот с этими блоками внизу. Мы можем, в принципе, скопировать их поочередно. То есть наводим мышь на чашку, копируем чашку, перетаскиваем сюда. Также копируем, значит, текст, переносим вот сюда. Ну и то же самое делаем с кнопкой, да? Вот таким образом. И также сейчас я третью добавлю. Итак, все три добавил. Теперь просто заменяем здесь картиночки, да? Image Option. Заменяем на вторую картинку. У нас вторая картиночка здесь какое-то пирожное. Выбираю его и Apple. Заменилось. Заменяю текст. Здесь нажимаем Save. Переходим, значит, в настройки текста. Меняю здесь обед. И меняю вот на этот текст, который у нас ниже, да, заменяем его здесь. Ctrl-V. Так, опять же, видите, стили. Скопировал я целиком. Здесь есть стрелочка, отмена действия. Опять воспользуемся блокнотом, чтобы удалить левые стили. И теперь заменяем Apple. Да, у нас здесь обед. Получился, жирность пропала, жирность возвращаем вот таким образом. Итак, вы видите, что у нас получается, да? Единственное, что здесь, значит, картинка больше. Видите, у нас кнопка уехала вниз. Смотрим изображение, Image Option, 240 размер. Смотрим здесь, тоже 240, но придется вот так подубавить, потому что сама картинка больше. Таким образом, чтобы у нас вот так вот по пикселям прям удаляем, чтобы выставить размер кнопок одинаковый. Вот таким образом примерно, да? Еще прибавим. Нет, наверное, уже лишнее. Можно, конечно, виртуальную линейку приложить, чтобы сложить, посмотреть вот эти вот моменты внизу, чтобы у нас... Вот видите, я линейку выставил. Сейчас я подниму немножечко вот так. Вот, и теперь уже с линейкой проще двигать. Вот видите, я сейчас подвигаю кнопочку к линеечке ровненько. Эту линейку также можно в интернете найти. Виртуальные линейки, их полно. На компьютер программу установить. Нажимаем Save. Смотрим на сайте. Ну, что здесь? Первое, что мне бросается в глаза. Здесь, наверное... Текст большой здесь. И можно сделать отступ вот от этого текста, между текстом и чашками. Ну и, соответственно, нижний отступ также надо сделать, чтобы не было так наляписто. То есть мы заходим, попробуем вот в этом блоке посмотреть. Margin посмотрим. Вот, видите, отступ я делаю. Вот таким образом. Save. Дальше смотрим. И вот здесь вот уже сам нижний отступ. Заходим в эти настройки. Также, скорее всего, это паддинг. Button. Вот этот отступ. Вот так.
Смотрим сейчас. Смотрим блок. Вот у нас уже есть отступ. И вот так. И уже смотрится не очень наляписто, но текст можно подубавить, наверное, здесь. И для вас домашним заданием будет сменить текст и подтекст для третьего элемента. Это уже я сделаю без вас. Ну и картинку тоже надо заменить. На этом я с вами прощаюсь и увидимся с вами в следующем уроке. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.